Хотя первые эксперименты дали положительные результаты, в ходе исследований становится ясно, насколько сложно искусственно создавать кристаллы Нахцзонна. В связи с повышением скорости роста наблюдаются дефекты структуры кристаллической решетки, и значительная часть кристаллов оказывается непригодной к использованию. С этой проблемой удалось справиться путем выращивания большего количества кристаллов и определения наилучших с помощью блудшлейхеров. Меня не справитесь! Развяжите меня! Замечен шпион! Развяжите меня быстрее! Я знаю, как отключить щит! А, это вы, агент Блажкович. В глубине этой пещеры хранится кристалл Нахцзонна. Ваша задача добыть его. А я тем временем поищу пути отхода. Эта дверь закрыта щитом. Чтобы ее открыть, нужно отключить генератор. Чего же вы ждете, Биджей? Идите за кристаллом Нахцзонна. Внимание! На территории боец сопротивления! Обнаружить немедленно! Thank you.
Я слышал, на прошлой неделе одна такая тварь сбежала и перебила целое отделение. Я... было такое, но не... Не трогайте меня! От этих тварей. К сожалению, только они могут вынюхивать нужные кристаллы. Не трогайте меня! Пожалуйста! Нет! Thank you.
Чтобы завоевать доверие Золотого Рассвета, я отправился на ферму, где пропал агент этой ложи. Там я нашел подземную базу, на которой нацисты пытались выращивать кристаллы Нактзоны. К счастью, мне удалось спасти агента и привести базу в полную негодность. Интересно, с какой целью они вкладывают столько сил и средств в изучение Черного Солнца?